Зарплаты растут, а массовых сокращений нет. Такая ситуация сложилась на рынке труда в регионе, по мнению краевых чиновников. И пандемия якобы никак не отразилась на доходах жителей Алтайского края и, в частности, бийчан. За вот 5 месяцев прошедшего года мы видим рост уровня заработной платы, и по Бийску это тоже отмечается. По итогам 5 месяцев средняя заработная плата работников в Алтайском крае превысила 28 тысяч рублей. И каких-то таких вот серьезных опасений по Бийску мы не наблюдаем. Предприятиями и организациями города Бийска заявлено официально в службу занятости о сокращении всего лишь 51 работника. При этом ни в Бийске, ни в Алтайском крае в целом в центры занятости населения не поступали уведомления о массовых сокращениях. Есть единичные решения, связанные с организационно-штатными мероприятиями. Где-то происходит переоценка мест, которые менее всего нужны с целью оптимизации рабочего процесса. Идет высвобождение либо тех, кто уже находится на пенсии, либо тех, кому предлагают другую работу. Бийск, по заверению краевых чиновников, не вызывает никаких серьезных опасений как в связи с сокращением, так и с уровнем доходов горожан. А между тем, по сравнению с прошлым годом, количество безработных в Алтайском крае выросло более чем в 2 раза. При этом пик ожидается только в сентябре. Так, если в 2019 на 1 августа в регионе было 16 тысяч официально безработных, то на 1 августа 2020 года почти 35 тысяч человек. Хотя по факту число тех, кто остался без работы, гораздо больше. Это связано с тем, что многие не обращаются в центры занятости населения, а предпочитают искать новые источники дохода самостоятельно. Добавим, что сейчас на 10 открытых вакансий на рынке труда приходится 23 соискателя. Сегодня наша съемочная группа узнала, как пандемия в целом отразилась на содержимом кошельков и портмоне бийчан. И вот что люди нам отвечали. Просто не работали. Соответственно, минимальная заработная плата была в это время. Естественно, пострадали. Пострадала. На сколько процентов, не могу сказать. А у меня свой бизнес, я в найме не работаю, у меня все прекрасно. Моя зарплата не пострадала, потому что я нахожусь в декрете. За время пандемии моя заработная плата никак не изменилась. Я сейчас вообще без работы, отдыхаю дома. Она очень грустна. Ну, потому что в нашем регионе очень грустная зарплата, к сожалению.